купил кофе за 4 евро 75 центов. Вот такую вот чашку кофе. Когда я первый раз приехал в Роттердам, первое впечатление о Роттердаме – это небоскребы. Я сразу полюбил небоскребы. Я не могу все описать словами, потому что это невозможно все описать словами. Нужно это самому увидеть, чтобы оценить всю красоту Роттердама. Сам Роттердам, он по-своему притягивает, и здесь хочется жить, красиво жить, богато жить. Я думаю, что Роттердам людям нравится в первую очередь из-за этих небоскребов. Вот это вот мощь небоскребов. Конечно, Роттердаму еще далеко до Нью-Йорка или до других городов, где много-много небоскребов. Потому что если вы были и если вы еще приедете в Роттердам, то здесь еще продолжают строить небоскребы или просто простым языком назвать многоэтажки. Там 12, 13 и 20 этажей. Я знаю, о чем вы спросите. Красные фонари. Я, кстати, не искал красные фонари в Роттердаме. Даже многие, если со мной здесь бы гуляли, то спросили бы, как бы это ни странно, где здесь есть кафе-шоп. Сейчас на дворе 2020, и все равно здесь людей заставляют ходить в этих масках. И вот сюда я зашел, и там, в общем, надо было руки. Ну, чтобы от этого карантина, короче. Ну, вы знаете, 2020 многие запомнят. Продолжим дальше. В руках я держу такой вот кубик. Их здесь очень много. Здесь не только кубики вокруг меня. И всякие разные другие, в общем, формы. И это очень прикольно. Очень прикольно. Если вы уже догадались, то сзади меня кубические дома. Это так место называется на русском языке. Кубические дома. Я считаю, что это место, кубические дома, оригинально по-своему. Здесь уютно, здесь по-своему интересно. Там куда-то, там пойдешь, какой-то такой, знаете, нидерландский уют. Здесь даже шахматы продают. Разные шахматы, то есть разные фигурки. В голову приходят такие фильмы, как «Начало». В главных ролях играл Леонардо Ди Каприо. И дома, короче, там как-то смешивались, перекручивались. И «Доктор Стрэндж», где создавал такую иллюзию, и там дома переворачивались. Здесь что-то вот такое вот подобное в этих кубических, в общем, домах. I don't smoke. Good vision. Yeah. I like this place. Кубические дома. Very good, very good. Successful? Yeah. Ко мне подошел черный человек и попросил I smoke. И в принципе здесь так и есть. Хоть и это высокоразвитая страна в Европе, но все равно людей в центре города не хватает просто покурить сигарет. Но касаемо кафе-шоп, я вам сказал, что эти места меня особо не интересуют. Но хоть и люди хорошо выглядят, хорошо одеты, но у них все равно, у некоторых нету, в общем, покурить. Но это так, дополнительно касаемо Нидерланд, в общем. Роттердам, небоскребы. Сзади меня... Название этого небоскреба называется Deloitte или просто в сокращении АКД. Здесь так красиво. Сзади меня три основных небоскреба. Они сразу замечаемы, когда вы приезжаете в центр Роттердама.
Роттердам, конечно, это не только небоскребы, это также мельницы, сыр, велосипеды, черные люди, там еще какие-то люди. Ну, вы поняли. Но я Роттердам, уже еще раз повторяю, полюбил за то, что это небоскребы. Но здесь восхитительно красиво. И такое впечатление, что здесь маленький Нью-Йорк в Роттердаме. Этот ролик я хочу уже закончить, потому что моя задача не стояла обо всем рассказать. Здесь как раз не хватает Человек-паук, потому что Роттердам и Человек-паук, и эти небоскребы, это круто. Ну, Марвел. Там еще впереди какие-то кубические еще такие шестиугольники. Ну, вы, короче, поняли, мне в Роттердаме нравится все такое кубическое, квадратное и небоскребы. Я голливудский актер. Снять надо какой-то фильм. Джон Вик 4. Разборки в Роттердаме. Нормально, да? Борьба за голландский сыр. Thank you.